Всем привет, дорогие друзья! С вами передача «Покашеварь». Сегодня мое внимание пало на свинину, поэтому мы приготовим с вами запеченную свинину с помидорами и сыром. А чтобы сделать это простое и замечательное блюдо, нам потребуется. В первую очередь нам потребуются кусочки свинины. Вот у меня корейка. Вот такая в виде отбивняшек. Можно на кости использовать, а можно без косточки. Еще нам нужно 3 помидорки, сыр вкусный какой-нибудь. У меня эмменталь. Еще нам нужна аджичка, майонез, соль и перец. В первую очередь отобьем кусочки мяса колотушкой. Отбитые куски мяса посолим и поперчим с двух сторон. Смазываем растительным маслом противень, на котором мы будем запекать мясо. В принципе, противень можно застелить пергаментной бумагой, вот так вот. На каждый кусок мяса выкладываем по половине столовой ложкой аджики. Нарезаем помидоры маленькими кубиками. И также выкладываем на куски мяса. Сыр натираем на крупной терке. Посыпаем сыром кусочки мяса. Поверх сыра выдавливаем немного майонеза и его размазываем как бы. Вот и все, мясо можно запекать. Духовку разогреваем до 180 градусов и запихиваем противень в духовку. Выпекать мясо будем примерно 25 минут. Время пошло. Да. Вот такой вот незамысловатый, но очень вкусный рецепт мяса я вам показал. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх. Конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, вступать в группу ВКонтакте. Да, я слежу за вами. С вами была передача «Покашеварим». Всем пока. До новых встреч.